Белые розы, белые розы. Этот год белые розы. Да, красота. Давайте выйдем на солнышко. Посмотрим эту красоту. Красота. У нас годовщина. Годовщина. И вот иногда бывает, я, конечно, ворчу на моего мужа. Ну, по вредности моего характера, не так часто, но бывает. Но когда муж делает такие приятные подарки, конечно же, мы сегодня пойдем в ресторан, то сразу забываешь обо всем плохом. И, между прочим, я и забыла, а мой муж вспомнил, вернее, он не вспомнил, он и так помнил. Он помнил и спросил у меня, ну что, завтра будем делать, что будем делать? А я говорю, как, что, а что завтра? Он говорит, ну как же, наш юбилей. Ну вот так, ребята, вот так. Бывает и так. Сейчас мы поставим эти цветочки в водичку. Эти прекрасные-прекрасные розочки. В этом году белые. Он знает, что мои цветы белые. Белые розы. Если розы, то белые. Или пусть они будут желтые. Но любимые, конечно, это белые. Я терпеть красные не люблю. Красные цветы я люблю, но только не розы. Я ему как сказала один раз, так он и делает. В сравнении с бывшим, бывший знал, что я терпеть не люблю красные розы, и всегда мне дарил красные розы. Вот всегда. Я потом уже плюнула, думаю, да мать его, так уже. Думаю, ладно уже. А этот муж мой замечательный, прекрасный. Белые розы. Нашел-таки белые розы. Молодец, молодец. Ну и в ресторан, конечно, пойдем сегодня. Я выбрала ресторан, где можно вкусно покушать. Это и лобстер будет у меня, мой любимый. Поэтому вот все. Все сегодня у нас замечательно. У нас сегодня лобстер. Ах, красота, красота. Картошечка, сыр. Это перец, цветная капусточка здесь была. И эти грибы. Так, картошку, масло. А я не буду картошку. Хлеб этот красиво смотрится, аппетитно, но я не буду кушать. Так, у нас сегодня очень много народу. Очень хороший ресторанчик. Good, honey? Yeah. Такое лицо серьезное. Занят. Занят. Okay. Отвлекся. Ну что, приятного нам аппетита. С праздником нас. И всего нам хорошего.